Всем доброго времени суток. Сегодня у меня Lexus RX первое поколение. Буду менять передние амортизаторы. Передние амортизаторы, опоры амортизатора. Это опорный подшипник, пыльники, все в оригинале. Отбойники тоже оригинальные. Резинки на амортизатор, металлические шашки. Пружину, ну и сами амортики, пока яби шучайку горит, можно было бы тоже взять оригинал, но взяли Каяба, Made in Japan. Походу так, я заранее щеткой по металлу почистил. Тягу стабилизатора резьбу. Надо это открутить. Потом выбрал-то вот эти тормозные шланги. Проводы на АБС. Верхний пол. Откручиваем стоечку стабилизатора. Здесь застоечка ключик на 15. Откручиваем тормозной шланг. Здесь на 12. Поставил упор под тормозной диск, чтобы он не сильно сильно. Тут мы нашли кабачок тормозной жидкостью. Вот здесь одним болтиком не могли. Сторону.
стяжку нахожу. Амортизатор под замену, то я срываю обычно гайковер там. Если, конечно, старый, то окручиваю вручную и закручиваю тоже. Гаечку сорвали. Нам с этого мортика нужны только пружины. Так, обращаю внимание, что опоры тоже правая и левая. Надо четко понимать, они отличаются. Вроде бы как одинаковые, но разница вот в этом расстоянии у нас. Вот у меня левая, так здесь идут левые стороны. Чашки эти одинаковые, нет разницы правая и левая. И по пыльнику тоже нет разницы. Правильно не делаю.
чуть-чуть стены не хватает. Ставим. Живи динамику. Так, прижимаем под стену. Жилье теперь нужно и пускать на жилье. Собираем с опоры, так как у нас центральная, средняя. Так, это по бокам. Здесь на чашке есть отметка out на выход. То есть, именно шлем стоит. Когда у нас стойка собрана правильно. Собрал я. Правда, это книжка пишет. Собрать все в обратном порядке. Теперь устанавливаем на сайте. Так. Рассказывал все опоры. Правая и левая не одинаковые. Не перепутайся. Я перепутал. Вот это у меня правая опора, амортизатор левый, а это левая опора на правый амортизатор. Как их отличать? На левой опоре, вот это вот расстояние, если вы смотрите по центру, как амортизатор стоит на автомобиле, то короткое расстояние, это будет левая опора. Если с этой стороны короткое, это правая опора. Сейчас буду переделаю, переставлю их местами. Скажу, слышал, затиша. У меня правый амортизатор, а вот левый. Вот он. Их надо опоры поменять местами. Установлю. Амортизатор все собрал, помазал грунчиком. Здесь тоже. Все красиво. Ставлю колеса, выпускаю машину.